Всем хаюшки, с вами я, Александр, это канал Аймбот, и сегодня, ребят, мы с вами зашли в Seven Knights 2, чтобы сегодня сделать легендарный плюс призыв, получить легендарного плюс героя. Сегодня также будет тянуться гарант, возможно, будем стараться вытянуть до гаранта. Также мне сегодня поможет сын, в прошлый раз мы вот эту вот девицу Шейн вытянули вдвоем. Вот, да, кстати, поздоровайся. Всем хаюшки! Вот, да, не дал ему слово. Короче, постараемся вытянуть вдвоем, так как мы тянули тогда в прошлый раз вдвоем легенду плюс, и я думаю, что сегодня нам вдвоем тоже повезет. Поэтому, поехали. Также я купил костюмчик, девчонка зачетная, классная, прикольная, дамажит просто офигенно, и все круто, обалденно. Значит, поехали, убираем отсюда камеру, меняем и погнали. Заходим в лавочку, тянем сегодня Юри, легенда плюс, никаких баннеров с Лени. Лени, да, прикольная босс, все хорошо, классно. Мы будем, если что, качать Виндиго, если вдруг не повезет, не вытянем ее где-то до этого, то, если что, либо с кем-то будем ходить, либо на босса, либо, в принципе, качнем Виндиго. Я изначально начинал играть, поэтому вроде бы как можно. Значит, что у нас? У нас есть, есть вот такое, да, с повышенным шансом Лени, да, и есть у нас также алые граты Квер, и, соответственно, есть особые, где у нас трехвостая лиса Юри. У меня также уже 37 призывов есть, мне практически соточка, и в принципе, будет уже гарант, поэтому давайте так, как сын кричал, что самый первый сделает он призыв и с первого тикета на 10, а откроет Юри. Давайте я попробуем. Надеюсь. Надеешься. Вот ты мне говоришь, что изи вытянем. Давай, тяни 10, первая твоя десятка. Будем, будем меняться по десятке, да, и, соответственно, кому повезет. Кому повезет. А, также я могу в любой момент остановиться. Главное вытянуть Юри, да, приоритетность. Но если вдруг что-то, я могу остановиться. Поэтому смотрим видео. Не выпадает ничего. Но на самом деле, когда вот подсвета красного не бывает, возможно, тоже может выпасть легендарный герой. Поэтому такой тоже бывает. У меня в наличии еще есть 5 на 10 тикетов, это вообще у меня 60 было с героями, да, и плюс еще там куча кристаллов, плюс я еще тратил кристаллы, сын, ты в кадр не попадаешь. Вот, не надо, не прыгай. Так, ты не попадаешь, потому что ты качаешься. Стой рядышком, да, не из-за того, что ты низкий. Вот, значит, я продолжаю, тяну я теперь, и давайте кулачки, как мы можем, и пусть выпадает нам легендарка плюс. Легендарка плюс, да. Прям вот здесь, прям вот здесь вот. С неподсвеченного. Опачки, нет ничего. Сын. Кому-то выпадет гарант, я не помню, кому сейчас. Я не читал, честно, по гаранту. Так, ты куда-то вывалился. Ты об этом знаешь, ты нажал куда-то не туда. Не туда, куда ты нажал. Давай, поехали. Вот сюда. Все же было нормально. Но он сделал перезаход, возможно, перезаход. Кто-то меня в группу приглашает, на самом деле. Так, золотое свечение, уже хорошо, но это не легендарка. А может быть и легендарка. Ну, в теории, конечно, может быть, но это, скорее всего, просто редкий будет. Так, ладно, давайте не будем смотреть на все это. Легендарка. Да. Тион. Так, ладно, давайте я теперь. Мне моя хотя очередь. Бы редкий выпал. Редкие это не показатель, на самом деле. Редкие не часто падают. А вот легенды плюса, вот это да. Кстати, мне на голове чуть непонятно, что творится. Так, что ты смеешься надо мной? Ну, тебе... Так, у нас остается прям буквально, что там, 70, да, 40 и 30, 70, да, 70 призыв, даже меньше, там, 67, точнее, 68. Так, сын опять тянет редкого героя какого-то. Но, опять же, это не красное свечение, ребят. А с билетов пока ничего не падает. Не прыгай, пожалуйста. Хочется. Зачем? Попрыгать от радости. От радости мы еще ничего не вытянули. Вот когда вытянем легенду плюс, тогда попрыгаешь. Давай вот так договоримся. А до этого терпи. Так, да, я должен нажимать. Кстати, да, несколько героев так у меня и падали на самом деле, когда было вроде бы не предвещало ничего, никакого свечения красного не было, а тем не менее герои, ребята, падают. Падает, было два раза, это точно. Вот, один раз на видео, один раз без видео. Что такое? За кристальчики еще раз сожми. Да, да, да. Так, выпадает опять какой-то редкий герой, но не красное свечение. Пропуски, пропуски, хорошо. Так, поехали, я тогда начинаю тянуть.
А кому бы не выпало, я даже не считал, если будет гарант, мы тянем тогда вместе на гарант. Да. Где? А вы теперь, ребята, вангуете, кто уже сейчас выпал? Будем надеяться, что будет легендарка плюс Юрий. Походу, это гарант был. Нет, это не был гарант. А это нет? Нет, это до гаранта было. Было до гаранта. Давайте вместе, мы вместе с сыном, как в прошлый раз, вы пока вангуете, а мы вместе сейчас попробуем нажать. Давай я вот так, а ты вот так. Давай вместе, вот сюда вот пальчик, давай вот так, раз, два, давай, сделаем. Давай вместе вот так. Оп! Have you fallen for my charms? А вот теперь мы спрыгать. Выпадает с первого раза нам Юрий выпадает нам, ребята, сразу легенда плюс. Я буду теперь постоянно называть сына, возможно будет нам всегда легенды плюс падать. Но сегодня опять повезло, так как я именно с ним в прошлый раз говорю, вытягивал Шейн, опять его позвал тянуть Юрий. И сегодня вот дошли до гаранта, добили до гаранта, видите, еще осталось куча ресурсов, и которые мы будем, соответственно, копить на крутых других легендарных плюс героев. Леги, конечно, они тоже классные, крутые, но самое прикольное, когда ты получаешь легенду плюс, это просто вау. Легендарку проще получить, ее, ну не знаю, они проще дропаются. В любом случае, даже вот с таких баннеров выпадает, сколько раз мы крутили с легендой плюс, а в итоге получали мы, получается, легендарных, которые вот буквально были, либо параллельно шли как раз в светильных, получали именно с легенды плюс. Вот, неоднократно были видосы, поэтому стримы, ну не знаю, видосы, стримы я, по-моему, не писал. В любом случае, ребят, короче, тянуть надо легенды плюс, а там уже что повезет, то повезет. Это целенаправленно, прям нужно тянуть, вау, если вы прям хотите. Но еще это... одна легенда. Нет, это редкий, это редкий. Миссия сегодня закончена. Сейчас мы посмотрим на нашу новую девицу. Так, я нажимаю пропуск, потому что, ну, здесь уже, в принципе, все. Вот она у нас, легендарный плюс герой, ребята. Редко получаемый, соответственно. Да, у нас еще 15500 прокрутов на грант 140 сумонов еще, ребята, осталось. Уже на следующий баннер 140. У нас уже есть десятка, которую мы прокрутим. Еще мы, надеюсь, к тому времени еще 140 накопим, чтобы 20 по 10, а то как бы много. Короче, много что получилось, и 280 прокрутов, было бы неплохо бы накопить. Вот, на Эвана плюс. Вот. Поехали, значит, тогда посмотрим сейчас на нашу новую героиню. Так, меня приглашают ребята в группы постоянно куда-то приглашают. Вот сегодня вообще я что-то на расхват, на расспрос. С самого утра, когда вот заходил, мне что-то приглашают. Ну, не прям с самого утра, ну да ладно. Неважно. Ну да ладно, неважно. Значит, что у нас? Ну, не так много вроде приглашений, но я перезаходил. Так, значит, ребятки, давайте быстренько посмотрим, что у нас где. Во-первых, у нас герои. Вот они, наши герои. Так, сын, ты куда-то убежал. Ты что-то там приник совсем. И быстренько листаем, мы смотрим, что у нас есть, ребят. Ты микрофон, пожалуйста, не скинь. Вот, и теперь... можно, кстати, попробовать... танки, стрелки. Но она стрелок на самом деле, можно просто фильтрануть по стрелкам, и, соответственно, она где-то должна быть вот где-то вот здесь вот рядышком. Вот она. То есть это персонаж, который бьет АОЕ, да, по площади, и, в принципе, она прикольная тем, что она очаровывает противника на 4,7 секунды. На 4,7 секунды, на которое время противник творит всякую дичь, он бьет своих же тиммейтов. Это прикольно, ребят. Это прикольно, это классно. Вот, ну и опять же, она, у нее еще есть пассивочка с воскрешением здоровья. Если хотите, конечно, мы можем пробежаться по скиллам, но я думаю, вы уже их посмотрели. Если прям будет интересно, залетайте сегодня на стрим, и, соответственно, мы уже вместе посмотрим, что да как, если что, по Юре. Я попытаюсь ее немножечко качнуть, то, что сейчас могу, я вложу в нее, и, скорее всего, она у меня же поселится в моей тиме. В моей тиме, потому что это легенда плюс, потому что это... И PvE контент, и PvP контент, в принципе, с ней можно
играть. Ну, я думаю, что можно и туда, и туда. Потестим, посмотрим, посмотрим отзывы, которые вы напишите. Ну, а я сыну могу сказать спасибо еще один раз за легендарного героя, плюс, не просто легенда, а легенда плюс, которого, в принципе, практически мы вытянули на изи, да, с первого гаранта. Гаранта с первого, отчасти был сын прав, он сказал, что на изи вытянем с первого раза, с первого гаранта, с первого раза мы вытянули. Не с первой десятки, но с первого гаранта. Вот, на сегодня, ребяточки, все. От вас комментарии, также лайки. Не забываем подписываться на канал, кликать на колокольчик. И мы играем в разные игры, поэтому увидимся в разных других играх. Не только Seven Nights 2. Всем пока-пока. А ты что скажешь? Пока-пока! Все слова мои дублируют. Всем пока, ребятки, и удачи вам. Тяните правильных классных героев, пусть вам тоже повезет, так как мне. А я сегодня не плакаю в подушку, я сегодня радуюсь. До встречи на стриме.